выпил сегодня кофе крепкого. Самого крепкого, который может приготовить моя кофеварка за один раз. Как делал во время последней работы. В 6 утра мне надо было вставать. И я себе вот такой под завязку крепкий кофе делал. С вечера ставил стакан, чашку с ним возле кровати. Потому что как-то надо было бороться с этим каждодневным мучением утренним. А я очень не высыпался. На работе нервничал. И за весь день нервы накапливал. Потом попробую просто так заснуть и выспаться. Ну как-то засыпал, но на следующее утро. Как-то засыпал, но на следующее утро был в ужасном состоянии, не выспавшийся сильно. Хотя бы вот так себе облегчал. Стояла у меня эта чашка с крепким кофе. Я мог, не вставая, просто сесть и выпить ее. И уже как-то, ну, полегче все-таки становилось. Но сейчас я просто так решил сделать. Не то, что я не выспался. Нет, я хорошо выспался. Я уже там не работаю. Короче, жду сейчас троллейбуса. 21 или 23. Сейчас смотрю, дороги посвободнее, чем были до праздников. Время сейчас пробочное приближается, но, может быть, я и не попаду в пробку. Но все-таки режим у меня сейчас очень беспорядочный. Мало того, что я могу встать посреди дня, так я еще и завтракаю вместо обеда по времени. Ложусь ночью после 2, после 3. Получается, и ужинать надо в 12 час. Вот так у меня. Что так долго нет этого троллейбуса? Сейчас же нет пробок, ну. Смотрю, на горизонте даже нет троллейбуса. Мог бы пешком до 25-го дойти. Так, ну что, пойти мне или нет? Туда идти мне сколько? Минут 15 будет. А ждать? Допустим, минут 5-10. И, короче, столько же, если ждать троллейбуса. Что-то пешком меня ломает ходить, но зато согреться можно. Ну что, решиться мне? Минут 7 мне отсюда до Макдональдс. Не, наверное, я склоняюсь к тому, что подождать. Будет все-таки же. Пробок нет. Ну, должен же быть, что такое с ним особо случится. Вот что-то едет. Ну, наверное, это 21 или 23.
стоит на светофоре. Вон далеко сзади еще один. Нет, это 24-й, сука. Это бред какой-то, беспорядок. Что там сзади едет? Еще один, что ли, 24-й будет? Я уже замерз тут стоять. Что-то мне с транспортом не везет в последнее время. Если вот это будет не мой, я пойду пешком. Ой, блин, как все тяжело сегодня. Ну, наконец-то. Вроде как 21-й.